прикоснуться. Ты хочешь провести 24/7 с ним. Она мне, знаешь, что она Владу Кадони вчера сказала? Он ходит со мной по пятам. Он меня типа пугает. Ну, в смысле, я хочу приготовить там покушать с ней, просто походили, погуляли, понимаешь? Как мне человек нравится, я хотел проводить с ним время, хотел быть с ним рядом, понимаешь? Потом я вижу вот этот негатив, вот это все, мне это вообще, ну, типа, вообще, ну, так негативно, так плохо. Никакого, знаешь, положительного ко мне в ответ нету, понимаешь? Mm-hmm. Это мне как-то достало. Просто что у меня было, оно уже все пробало. Ну и правильно, что? Понимаешь? Как? Вот. Ты что расстраиваешься? Я не расстраиваюсь, просто она там начинает, типа, я плохое. Ну забей, мы же так не думаем. Понимаешь, что я приставал первую ночь, вот это все из-за первой ночи. Понятно. Понимаешь, когда я говорю, ты сама, она сама это говорила, и Жеке, она на это была готова, мы сказали отвернуть камеру, отвернули камеру, и потом что у нее там стукнуло, или ёхнула, я не знаю, что она сразу с негативом ко мне, понимаешь? Ну забей, что придёт к тебе хорошая девчонка. Ты по-любому долго с нами.